Друзья, всем привет! Какая ситуация? Сегодня воскресенье, Пасха, Христос воскрес. И вчера у нас загуляла кухва. Вчера вона вже стояла, спермодозу купить їде, тому що випадні. Вчора поїхав на комплекс, сказав, я ж у вівторок, а мені її купила, я вчора вона загуляла, вже сьогодні вона стоїть, мені треба її сьогодні крити. І виходить, що розу дюркає купити не можу, тому що... О. Вона стоїть як кухня. Будемо крити її потреби. Тому що праздник, я ж не буду чекати аж до вторника. Тому що чекати непонятно що. Зараз покриємо її потреби. Ну вот, друзья, вот так. Ну а ждать, понятно, что ждать не буду я, бо она перегуляє. Хотів я її дюрком искусственно, но праздники не получается, потому что, ну что ждать, она перегуляла, потом опять минут 20 дней ждать. А так, грубо говоря, все, у меня осталось вопрос закрыть по стрелочке. Сейчас она загуляет. Я как раз специально посередине посадил, чтобы хорошо загуляла. Куколка у нас свиноматка хороша. Погано сказати нічого. Да, каштан? Каштан переболів. Все з ним нормально. Так, друзі. По куколці все нормально. Покрив він її і днем, і на следующий день теж днем. Коротше, через день опять її покрив, уже вона не стоїть. Загуляла, у нас зірвалася стрілка. Я її сьогодні не кормив спеціально, щоб такий стрес був. Підпускав її до каштана. Ну щось ніфіга вона не стояла з утра. Ще була не готова. Зараз спробуємо, буде стояти чи ні. В принципі, ану, ну, хвоста піднімаю, вроді би стоїть, ну вона ж така шельма, бистра, і щоб понять, це дуже складно. Зараз буду більш матерого хряка Яшу випускати до неї, тому що каштан щось заморився після кухви, будемо зараз Яшу виводити. Виведемо Яшу, поймемо, що їй треба. А ні, то Яшу там оставимо. Яшка, ну йди на виход. Давай на виход.
Давай, Яшка. Вот так. Пошли, пошли, Яша. Яша, пошли в свой сарай. Яша, пойдем. Ну, сейчас он пробежит. Ну и вот шашлычок. Породы дюрок. Попробуем мясо. Именно на вкусовые качества. Попробуем. Мяса вообще не осталось. Я думал, женке кажу, да хай в магазине. Потом приеду уже в конце дня. Что останется, оставлю на шашлык. Она каже, я еле откинула две маленьких внутренних вырезки. Короче, опять внутренних вырезок, из молочных. Вот так, каже, а так все разобрали. Я тільки-тільки поставив. Попробуем. Ну, сало мені дуже понравилось. Я той м'ясо вже варив. Знаю, що за м'ясо. Вкусові качества, звісно, м'ясо теж ісключительні. Хороше сало і м'ясо іменно в породи дюрок. Да, Боря? Борьки багато обрізків попалось теж. Дюрок понравился тебе, Борь? Понятно. А так. Летний выгул для поросят готов. Вот так я им сделал полы. Там я им кормушку сделал глубоченьку. Завтра вырежу двери. И будут сюда ходить. И, грубо говоря, двери будут закрываться. Если не надо, чтобы они ходили туда, то ходить туда не будут. А так, в принципе, все уже. Все сделано. Надо только воду им кинуть. В этот угол воду кину. Сюда и все. И буду тут на летнем выгуле, так сказать. Так, ну показало, что она еще не готова, надо еще подождать, то есть надеемся на завтра. Завтра, я думаю, будет саме то. Потому что он на нее так особо и не реагирует. Пытался прыгнуть пару раз, но она что-то прыгает, кричит. Ну еще, короче, не созрела. Яшу выпускаем, а она хай тут до завтра, до утра. Давай, Яшка, пошли, давай. Выходь. Бежи, Яшка. Так, а ты туда, шельма. Завтра будешь. Завтра покажешь, на что ты способна. Яшень, хороший парень такой. Сейчас Яшки откроем. Хай йде додому. А завтра будем тоді розбиратися вже.